Я родине долг отдал, если чтоб ты понимала. Ты знаешь прекрасно. Я родине долг отдал. А ты в армии служил. Дальше что? Да. А сейчас ты родину гнобишь. Как это? Позоришь. Чем? Позоришь своим алкоголизмом. Ребята выросли на моем имени. Ты чё? Они выросли, когда ты был трезвый и дрался за трезвость. Бои без правил. Ты забыл? Да, как я сейчас могу. Чё, проблемы да какие? Да что ты сейчас можешь? У тебя уже миллиновая... Но у меня просто ноги перебиты и все. Правильно, спьяну-то. Чё не падать-то? Ты посмотри, что у меня с ногой. Вот просто, чтобы ты понимала. Сейчас залечим, бля, конечно. А здесь мениск у меня оторван. Ну и все. Болезнь алкоголизма, твой мозг. Да, ты знаешь, что было-то вообще? Тера... Червяк. Стон. Мама пришла покормить сыночка. Мама пришла покормить сыночка. Мама пришла покормить сыночка. Мама Вика. Не знаю. Витусь, ты же знаешь, я к тебе нормально отношусь. Но зачем ты со мной так вот по-хамски разговариваешь? Я нормально думала, что ты вызовешь врача. Я вызвал уже, был. Что ты со мной пацан врача? Сидел. И не будешь бухать, а ты это гнилое пиво выпил, а выглядишь как от бутылки водки, потому что ты с ночи пьешь, не просыхая. Бля, ты вот различишь, вот это вода, вот это кефир, да. А я пришла утром, у тебя уже стафарик валяется на полу. И ты тут вонючий, грязный, на этом сраном диване лежишь. Представь, какой диван, но сраный, грязный. Но он был такой. Какой но есть? Как ты живешь в такой сраной квартире? Ты раньше чистотлюй был. У тебя ногти какие были чистые. А сейчас на кого ты похож? Ну, подсрежи мне. О, ножницы возьми. Подсрежи мне ножницы. Зачем? Ну, ты как? Сам можешь. Ты раньше сам все делал. Я не знаю. Морда вся в шрамах разбитая, потому что пьяный падал. Я весь Я тебя записала на прием к себе. Так я боюсь, ты не придешь. Потому что пьяный будешь. Я 9 утра я тебя записала. На когда? Ну я тебе писала, я не помню. Я не помню просто. В сентябре я тебя записала, потому что у меня запись на сентябрь. Сонный кот. Стон. Сон, ты такая мразидла мерзкая. Еба, не мучай, тебе терять нечего. Да, и на 160. Да, и на 100, и на 100 здоровья угробил. Чем? Я на футбол ставлю. Водкой своей гнилой. И мозг я водку тебя... не пью. А что ты пьешь? Виски. А... Хороший. Макалан, да, например. Да, да, за 275 рублей, как чекушка вчера валялась. Говно всякое. Ну, Макалан стоит 14 тысяч. Сергей. Да. Пусть будет проклято это бухло твое навеки, вечное. Проклято. И все это бухло. И остальные, которые твои подписчики гнилые, пьют это бухло. Не оскорбляй. А я их не оскорбляю. Ну, я говорю правдивые сказал. Слова. Гнилые? Почему они гнилые? А потому что люди, которые с гнилым мозгом, только и могут это дерьмо пить. Понимаешь, нормальный человек будет работать. Так, дверка там. Если что. Да, мне готовить ничего не надо. Мне все при... Мне мама... А я не собираюсь, я не смогу тебе. Да, мне мама сейчас приедет, все сделает. Давай, вали. А маме приятно видеть, какой ее... Нормально. Пьяный. Мать никогда не предаст, в отличие от некоторых. Кто это сказал? Сереженька. Это я сказал. А кто меня предал? После 25 лет. Мать никогда не предаст. У тебя мать предавала? Под всяких гнилых людей, которые совесть не имеют. Понял. И ты такой же. Ты такой же стал. И сейчас становишься хуже и хуже, хуже, потому что алкогольная миелиновая оболочка в мозге у тебя тупеет, тупеет, слабоумие. Ты понимаешь, алкогольная? Угу. Понятно. Только у тебя амбиции большие. И ты думаешь, что деньги зарабатываешь. А они как пришли, так и ушли. А дети не получат ничего, потому что только это стыдобище. Да. Ладно, хорошо. Ну, стыд, стыд на отца смотреть. Я молчу, все. Ну, как ребенок будет сидеть, а рядом отец воняет дерьмом, а не французскими духами? Ну, дерьмом ты воняешь, Сережа. Неухоженный. Ты посмотри, какие ноги у тебя. Ты воняешь. Какие у меня ноги, блядь? Посмотри, какие ногти у тебя. Ну, что? Ну, как это, ну и что? Кофта у тебя постиранная вся в катышках, рукава все вздертые. Постирал не в той программе, маленькая. Наверное.
вещи все старые уже. Я уже молчу, ребят, я уже ни с чем не спорю. Вообще ни с чем. Да. А потому что в семейной жизни зависит от жены. От жены, какая она чистоплотная, умная, хозяйственная. И супруги помогают друг другу развиваться. А ты, получается, загнивал. И Наталья чуть не спилась. Вон ролик мне скинули сегодня, какие пьяные вы валялись там. Какие дела? 100. Серег, поцелуй ВВ. Она для тебя как мать родная. Помогает тебе. Не то, что андатра. Алис, выключи. Не надо. Я кефир пока. А яичницу сделать? Не хочу. Я попозже сделаю. Мне сейчас мама приедет, сейчас сделает. Ну, Сережа, ну почему ты каждый день пьешь? Каждый день. Ты объясни мне, у тебя потребность такая? У меня стрессовое состояние. Какой стресс? У тебя всю жизнь стрессовая. Знаешь, как со стрессом борются? Как? В спортзал идут. Да. И ванную со льдом принимают. Я пробовал, заболел потом. Ну, потому что надо в меру делать. Вначале ножки поливать, а не сразу бухаться. Ничего ты не пробовал, ты сидишь пьяный на жопе. Ты откуда ты знаешь, что я пробовал? Да потому что ты все время пьяный. Если бы ты пробовал, у тебя мозг включился бы, и ты бы стал спасать себя и детей. Ради детей, ради внука, у тебя 2 сына. Ну ладно, ладно, лечить меня не надо. Мы так все знаем. Вырос. Ну посмотри, как он, ты срачишь. Ну ты же все убрал, я ничего не делал. Я что убрала, я сверху убрала, там тараканы ползают. Там кот насрал непонятно как, и все воняет. Ты убрал, ну иди убери, бля, ёпта. А ты убрал этот поднос, который... Какой? Холодильника. Убрал, помыл. Ты что, не видишь, что ли? Ну, он писает, ходит.